Привет всем-всем-всем! Сегодня будем готовить меджемерскую вырезку с гречневой кашей. С гречкой и начнем. Ее нужно просто отварить. А пока она будет готовиться, пожарим лук. Очередь мяса. Мясо может быть любое, которое вам больше нравится. Можно взять как говядину, так и курицу. Я буду использовать индейку. Порежу ее небольшими кусочками, можно порезать брусочками. И отправлю ее в компанию к луку, обжарю до готовности. А еще добавлю немного грибов. Порежу их небольшими кусочками. Осталось последних несколько штрихов. Добавим в сковороду банку сметаны, рубленые петрушки и прогреем все вместе буквально 2-5 минут. Отправляем в сковороду готовую гречку, перемешаем и дадим немножко настояться вместе. Мясо получается очень нежным. Петрушка придает особую изысканность этому блюду, а в сочетании с гречкой получается очень интересно и безумно вкусно.